Итак, подводка картин к Яндове на двойной стоячий фальц. Вот такой вот. Будем показывать. Значит, вот у нас Яндова, уже приготовленная. А вот. И здесь будут так вот картины подходить к Яндове и ставится на двойной стоячий фальц. Значит, у Яндовы вот эта полка откатывается 40 миллиметров. Вот, мы ее уже здесь отрисовали, как она пойдет. Вот, на этом скате, значит, стартовая картина пойдет вот по этой линии. Мы сейчас уйдем картинами сюда влево. Вот, и потом уже пойдем вправо, получается. Почему именно так? Такой нюанс, да? То есть у нас подводка к Яндове картины. Вот. А фальцы должны загибаться сюда, закладываться. Вот. И потом подниматься. И ни в коем случае не наоборот. Вот. Наоборот. Вот. Вот. Слово паразит у меня. Вот, и мы здесь, на этом скате, вот видите, у нас несколько линий. Раз, два линии, три, четыре линии. Это мы смотрели, как, откуда пойдет стартовая картина. Получается, как она подойдет к Яндове. Вот, и как подойдет к этому углу. Вот, то есть и в тот угол как подойдет. Вот, это надо все сразу учитывать. То есть нельзя взять, скажем, от угла и пойти стандартными картинами сюда. То есть может получиться так, что у вас замок придет в это место, и у вас получается надо здесь заложить, еще соединить, еще и мысик сделать. То есть получится, ну, полное рукожопство. Вот, и также там, то есть может прийти там прям впритык или сантиметров 5 до угла может прийти картина, и тоже будет не совсем хороший узел потом в исполнении. Ну и также там должен смотреть, чтобы не пришел маленький какой-нибудь кусочек там, чтобы потом хлопот вам не предоставил. То есть здесь у нас, не знаю, видно будет, не видно будет, здесь будут отгибаться, здесь венконек получается. Вот, узел сделанный, и потом покажу, как по факту получилось. Вот, пока так, пока мы сейчас, ну, я снимать не буду, как мы сюда идем, вот, потому что этот узел я уже снимал, вот на этом скате, гребень, подводку к мысику, ну, вообще к желобу, у меня есть на канале, там полистать, там что-то 300 уже, то ли 330 тысяч просмотров на этом, называется «Сопряжение», по-моему, картин на фальцевой кровле к карнизному свесу. Что-то такое, короче. Ну, там найдете. Посмотрите, если поищите. Этот узел есть уже на канале, поэтому смысла его показывать еще раз я не вижу. Вот. Ну, как-то так. Небольшое пояснение. Значит, на малом фальце слабление. То есть вот эта линия у нас линия отгиба, потом встанет вот это, получается у нас, карандаш возьму, здесь примерно 2,5 сантиметра, но здесь еще будет отрезаться вот так примерно, где-то 0,5 сантиметра запасом сделали. То есть это отрез еще отрежется по месту, потом когда выгнется. Вот, то есть у нас получается на первом фальце до линии перегиба идет срезка, ослабление фальца сюда. Вот, сделаны вот такие шаблоны сразу срезкой. Представляем, отчерчиваем. Да, можно так поставить.
И потом, когда большой будет, вот у нас вот такая вот срезка. Ну и дальше все увидите. А? Сейчас примерим размерчик. На грани огонь. Там еще хотя можно вверх. Там это 50-50. Давай померим. Поворачиваем. 3,65. То же самое. Закладываем вазелин. Сейчас поставим. Пальзеть. Вверх. Нормально, давай, двигай, двигай. Вот так. Вот так дома? Да. Смотрим сюда. Шаблон. У нас вот эта линия реза. То есть вот по этому резу ставим. И есть еще линия по отгибу. Ставим. Смотрите. Видите, чтобы продолжение линии было здесь. Отрисовываем. Okay.
чтобы не царапал металл, чтобы рамка не царапала. Так, пока отложим. И теперь смотрим сюда. То же самое у нас получается. Так, смотрим сюда. Дождь собирается. Рисовываем линию загиба. И линию отреза. Отрезаем. Отрезаем. Лишнее. Ну вот, вот так получается пока. Все, сейчас будем делать вон там узел. Угол. Может, сниму, может, не сниму. Вот, снимем, нет?
1000 лайков нам, да, набрать? Потом покажем. Все. Итак, мы подошли к картинами. Получается, тоже отвернули. Отворачивали примерно 6 сантиметров. Вот. 5,5, 6, вот так вот. Потом поставили вот такие вот клеймера. Называется «Ласточкин хвост». Не видно. Он такой, как рогатка. Чтобы один, получается, цепляет вот большой, притягивает его. А второй вот так вот. Естественно, заполняем все это дело фальцем, фальцгелем. Вот этим я уже много раз показывал его. В некоторых местах он даже вон вылазит. Вот. И начинаем формировать. Сейчас покажу как. Значит, берем оправку. Ставим ее вот на малый фальц прям. И выгибаем. Не спеша. Почему именно ставится на малый фальц сюда? Чтобы здесь миллиметр два, 2,5 где-то появился промежуток. Если делать это все прям по малому фальцу загибать, то когда во второй фальц будете уже формировать, вот этот металл будет подтягивать, потому что он, вот этот фальчик упрется в этот, вот, и на втором подвороте получается начинает его подтягивать с этой стороны, поэтому и нужно вот эти вот 2 миллиметра, чтобы не подтягивал. Сейчас участок покажу небольшой. Потом отрезаете лишнее, оставляете где-то, ну, сантиметр. Далее. И загибаете. Но не просто бьете, и вот этот, чтобы перегиб, чтобы был прям сплотнен. Так и так нельзя делать. Надо, чтобы он как бы закруглял ее. Поэтому смотрите. Как бы закругляю я его. Сейчас камеру поставить, наверное, не будет видно, но сейчас покажу. Я его закругляю. Клеймера, которые торчат, их надо подрезать немножко. Сразу не увидел. Он слишком длинный, просто. Закругляем. Здесь что-то много.
То есть, если посмотреть на фальц поближе, то он как бы, видите, закругленный. Не острый конец, а немножко закругленненький такой. И потом уже второй фальц. Наш российский производитель ППК делает такие оправки. Они дешевле, чем штубаевские. Вот единственное, у нас же полка получается здесь 40, вот, а здесь 36,5. Хорошо было бы тоже 40, поэтому придется немножко подвешивать. Ну, не страшно. Подставляем и загибаем. Потихонечку тоже все, не спеша. И вот таким образом я буду проходить все до конца. Сейчас я заверну это все, а потом уже вам покажу в таком состоянии уже весь. Может, покажу еще вот то место Яндова. Так, и вот я загнул Г-образный получается. И теперь подбиваем. Как бы тоже закругляю получается. Рамочкой уже. Так, гребни пробивает. Вот так вот и получается двойная подводка. И так до конца и пойдем на тот узел пойдем. Так, вот у нас Яндова. Поехали. Шаблона нет, вот на месте.
делаю подгиб по капельнику. Здесь у нас под ним заложена пластинка радиусная. Я как бы намечаю. Получается, у меня линия, видите, намечена, линия подгиба. Вот. И сейчас я ее выровняю подрез. Здесь оставлю меньше, потому что на радиусе столько не завернется много. Здесь сантиметр оставляем. Сначала берем чуть больше, оставляем, вернее, чуть больше, чтобы потом уже радиусными ножницами все выровнять. Что хочешь сказать, видите, вон у меня здесь вот, есть заусенцы, да? Такие вот заусенец. Это разрыв. То есть некоторые спрашивают, почему металл рвется на радиусах? Потому что остаются заусенцы. Их надо убирать. И здесь получается оставляем сантиметрик. Как это выглядит. И нет заусенцев. Все. И начинаем потихонечку заворачивать. Все это делается аккуратно. Потихонечку, не спеша. На бардак не смотрите, в желобе все уберется, чистится. Thank you.
клеенку прикладываем, чтобы металл меньше вибрировал. Если уберем, видите, шум такой. Прикладываем. Вибрации меньше. Металл начинает тянуться на него. Некоторые оставляют там в таком виде все. Вот. Ну, как капля отрыва, но мы немножечко ее все равно подвернем, чуть побольше. Дожимаем, но не до конца. Получается у нас что? Еще немножечко подбить. Доработать. Вот так вот. Получается. Ну, а здесь формирование мыстика. Показать. Ну ничего, у меня же ролик уже есть, в принципе. Мыстик. То есть также оставляем сантиметр. Если вот этот не ослабить, можно не ослаблять, так вот, да? Но если не ослабляешь, потом при завороте здесь такой пузырек выскакивает. И он постоянно поправляет.
Так-то мы все время это дело ослабляем. Также немножечко подламываем. Обратная мысль. Подкрасим. Вот и завершаем двойной фальц на двойной подводке. Вот так вот. Она будет еще показать, как правильно подкрашивать царапины. Ну так объясню, не покупайте никогда никаких баллончиков, вообще никогда. То есть берете тоненькую кисточку, краску Panzer Emaille Tikkurila производителя, и вот прям точечно, где царапка, вот просто заполняете царапину. Вот, ну я, может, покажу, как это делается. Как-то так вот.